Значит, вот что нам нужно. Нужно взять книгу, вставить ее сюда и взять эту круглую штуку. Книга нам в дальнейшем больше не пригодится. Ее, конечно, можно взять. И тогда активируются эти два фонтана. И они будут бить электричеством из-за вот этих искр. Но можно сэкономить место и не брать ее. Так, теперь нам придется по-быстрому вернуться к той статуе, которую мы взяли книгу. Так как без нее мы не попадем на энергостанцию. Собаки. Много собак, опять три. Не люблю, когда их по три. Очень сложно отстреливаться, если с пистолета, да и с чем-то. У нас уже меня достало. Теперь у нас выгодная позиция, и мы с ними легко справимся. Тут осталась одна. И кусили нас один раз. Ну, может, не кусили, а царапнули. Так, вставляем этот бронзовый компас. И здесь нас ждет аккумулятор. Аккумулятор нам понадобится для лифта в той локации, где мы впервые встретили тех ползучих тварей четырехногих. Здесь вот они по новой возродились. Попробуем их осторожно убить. Но теперь этого не получится. Я думаю, сейчас прыгнет сюда. Нет. Но задел он нас. И задел даже неплохо. Так, давай сохранились. И попробуем отбиться от второго. Наши увороты нам помогли дважды. Вставляем аккумулятор и спускаемся вниз. Здесь нас ждет тоже много зомби. Не знаю, там должна быть бомба и... Ну да. Огребу сейчас, пока... Конечно. Лучше уж убежать. На жизни у нас очень мало. Будем просто отстреливаться осторожно. Никто к нему не подошел, не дай бог. Может быть, он попал по бомбе, конечно, вовремя. Жизни очень мало. Так, здесь патроны.
здесь все мертвы, это за ногу еще укусит. Красная трава. И здесь нас ждет тоже небольшая задачка. Но тут написано на дверях напряжение, при котором они открываются. Например, здесь 115-125. И здесь 15-25. Включим эту машину. И попробуем сделать такой заряд, чтобы эти двери открылись. Так, я точно не помню, в каких последовательностях нужно нажимать, но давайте попробуем красный, синий. Да, одну дверь мы открыли. За той дверью должен быть, если мы получили гранатомет, значит там будет магнум. В целом иногда они меняются местами. Попробуем открыть вторую дверь. Для этого будем нажимать синий, красный. О нет, пожалуй, стоило бы нажать три раза синий. Нет, попробуем нажать один раз красный и три раза синий. Да. Сначала, наверное, пойдем возьмем оружие. Вот здесь в шкафчике. Да, здесь нас ждет магнум. Итак, пришли зомби за нами. И нужно сделать выбор. Убежать или сражаться с ними. Но так как мы взяли наш аккумулятор, нет, то лучше так повысим напряжение. Кость времени. Кстати, в этом выборе, что делать, можно, конечно, не выбирать ничего, и тогда произойдет третье, но, например, в этом случае они просто бы проломились бы через дверь, и нам пришлось бы их убивать с пистолета. Ну, может быть, из магнума, раз уж у нас есть патроны. Нужно куда-то использовать. Если бы мы выбрали другое, она бы выбежала через эту дверь и... Как-то нам пришлось бы вернуться за этим предохранителем, да. Вот это слово. Нам бы полечиться не помешало, но я думаю, может, мы бежим до следующего ящика. И сейв-рума. Итак, нам нужна еще одна вещь. Так как жизни мало, пожалуй, сохранюсь еще раз. Да и лучше беречь игру, иначе придется перепроходить сначала. Это не очень весело. Игра, конечно, хорошая, но перепроходить ее так... Сначала много раз, это уж никому бы, наверное, не понравилось. Хотя для меня прохождение видео это не особо в тягость, как более развлечение. Делаю это для себя. Просто посмотреть на все, и потом, конечно, можно понаблюдать за этим самому же.
Так, надеюсь, он до меня не доберется. Отлично. Не все мертвы. И мы дошли до сейв-рума.